Приветствую вас. Здравствуйте, Илья Григорьевич. Привет, молодежь. Приветствую, Илья Григорьевич. Все здесь, товарищи? Да, тихо, вижу, что все. Товарищи, задача, значит, такая. Сегодня встречаем дорогого гостя, ну и не должны перед ним ударить в грязь лицом. Тявкало, я? Дуй на ферму, и чтоб там было все в полном ажуре, я тебя прошу. Слухай, Илья Григорьевич. Дай мне портфель. Крячка, вот тебе тезисы, и чтоб моя приветственная речь была, я гром. Аркадий. Я, Илья Григорьевич. 10:00 оркестр в полном составе на площадь. Так точно. Сынок, вешай иллюминацию, цепляй фонарики. Значит так, Помазан. Есть Помазан. Вот тебе список, вот тебе гроши. Катай в районных гастрономы и обеспечь мне все, что тут написано. Тю. Не тю, а слухай дальше, на, сынок. Значит, в 10:00 всех людей на площадь для встречи. Так все же на работе. Ничего, ничего, уведи стариков, уведи детишек, понимаешь. В общем, все живое давай на площадь. Есть все живое на площадь. Всем ясно, понятно, так, товарищи? Точно, понятно. Тогда погоняйте быстренько. А вы, Дудукалка, куда разогнались? Может быть, на базар собрались? Так оно вроде уже поздно. Когда нам на базар, это наша забота. А вот что телятам молока не додают, это уже вас касается. Угу. А вы что, порядка не знаете? Кто у вас начальство? Тявкало? Вот к Тявкалу идите. Пускай к нему поп с кадилом ходит, к вашему Тявкало. С утра галалакает, как тут гусак зареченская, толку чуть. Вы мне тут демагогию не разводите, Дудукалка. Ну, глядите, Илья Григорьевич. На отчет-то выбором собрание так прочешу, что шкуры не останется. Меня, Руденко. Ну так вот же, пока я тут председатель. А не тот председатель, что горло дерет, а тот, что к людям сердце имеет. А, значит, я уже бессердечный, эгоист. Фу на вас, Дудукалка. Паулин, бесхвостый. Фундаментально прибрать территорию. И не забудь перед дверями этим, как это? Песочком, песочком, Илья Григорьевич, песочком. Беленьким, беленьким песочком посыпай. Давай. Помазан! Есть Помазан! Шампанские напитки достал? Так точно достал. А этими шкрабы или яких там это? Крабы. Ну пускай крабы. Организовал? Так точно организовал. А до какого блюда их подавать надо, с чем едят, это все выяснил? Так точно выяснил. Ну что? Никто не знает. Ну хаос, ей-богу. No! Да, стой, Помазан! Шампанское сдай Евдохе Апанасьев. Есть. И смотри меня, не проговорись, кого мы ждем. Нет. Смотри меня, погоняй. Есть! No! Сегодня, як и вчера, ты меня грал, любишь. Пудою на каждую корову. Щипи. В травополье. Квадратное гнездовое. Ты меня грал, любишь, ты меня грал, любишь. Крячка, шо? Да ты шо, сказился на все село Миссисипи. Як моя речь, готова? Горя на ясным огнем вашей речи. Что такое? В цитатах. Совсем запутался. Ой, и горе мне с этими диалектиками. Порторг называется. Так я ж по совместительству, Илья Григорьевич. Илья Григорьевич, может, вы сами как-нибудь без бумажки сказали бы? А? Сам? Да, да не придумывай, Крячка. Ты же знаешь, что в торжественный момент Я на язык тугой. Что такое? Сегодня, как вчера, нехай. Да ты что, ты в своем уме или нет? Это же над покойником зачитать и тот же не выдержит. Помазан, что там такое? Что такое? Чтобы оно пропало, твоя шампанское. Стреляет нечистая сила, як из пуха. Кто стреляет? Да шампанское ж я его поставила за печку. Боже, пусть думаю постоит, пока ватрушки выну. А она, проклятая, як бабахнет не хуже того снаряда. Ну кто ж тебя, бедолагу, учил шампанское Господи. За печку ставить? А зачем мне знать эти твои его крутасы? Звеневая я или не звеневая, у меня кукуруза в поле. А я за твоих приемов, той церемониях разных с утра до ночи кручусь возле печки. Хоть разорвись напополам. Кто я тебе, жена или прислуга какая? Тебе что, жизнь надоела? Домаха Свиридовна, да вы посмотрите, какая афиша-то висит. Видите, всех черненькими буквами написали, а вас, как героя труда, красными, по личному указанию товарища Руденко. Пусть тогда сам Руденко и поет арию Гальки из оперы «Манюшка» того же названия. А я, Аркаша, героя или за пение получила? А теперь съедь. Я лично? Съедь, я говорю. Тогда все. Обходишь? Ты так говоришь, как будто я к тебе сватов посылала, а теперь я тебе бегаю. И гордый ты стал, Макар. Это ты, Дамась. Как вышла в герои? Задрала нос выше, чем у того заместителя министра. И никто не знает, как теперь к тебе подступиться. А ты сам спробуй подступись. Да мне это ни к чему. Я не пробовал и пробовать не собираюсь. Ну, Макар, в клуб сегодня придешь? Может, приду, а может, нет. Я еще этого вопроса не изучал. Не узнаю я тебя, Макар. Гордей Семенович! Гордей Семенович! Слухаю, Домаха Свиридовна. Что такое? Почему моим коровам клевера до сих пор не подвезли? Может, вы девчата расхватали? Так я им анафем сейчас покажу. Мне до этого дела нет. Чтоб мне клевер был. Будет, Домаха Свиридовна, будет. А, привет безработным деятелям. Чего зубы скалишь? Давно ли сам в таких деятелях да ходил? Будет вам, Гордей, а кого это вы сегодня ждете? А? Ой, лопнула в ручкой беля барыла. Может, комиссии по нашему письму? Так еще вроде рано. Тихо. Втравишь нас в историю со своим языком. А может, спросим лучше у Крячки? Он председатель сельсовета и все должен знать. Молодец, понимает. Кому надо, тот и приедет. Как надо, так и встретим. Гуляйте отсюда куда подальше. Помазан! Есть помазан! Ну что, не прозеваем? Никак нет, Илья Григорьевич. Я ж кругом дозоры расставил. А потом ваш Василек уже другой час там на вербе сидит. И все, видать, ну чисто как на ладони. Ну пошли. Фу, черт. Ну ладно. Здравствуйте, товарищи основатели. Доброго здоровья. И ты, Илья, будь здоров. В Ларионовом саду все яблони на подпорках стоят. Не дай бог ветер падалками завалит. Может снять, да пересыпать их на время. А то вместо яблок будет тебе повидло. Да, спокойно, деды, все будет в полном ажуре. Помазан. Иван Климович, Иван Климович, ну я просил. У меня есть помазан. Освобождай клуб от мебели, засыпай пол опилками и сноси все яблоки в клуб. И аккуратненько кладите одно к другому, чтоб не подавить. Есть как в аптеке. Вот так. Илья Григорьевич, а где же нам репетировать? Олимпиада же на нас. Слушай, меня сейчас не до кадрилей. Давай! Давай! Здравствуйте, Ганна Николаевна. Оля. У вас, я вижу, сегодня праздник. Можно узнать, какой? Земляка нашего, Лариона Ивановича Коваля, встречает товарищ инструктор райкома. Ты что же, всех земляков с оркестром встречаете? Да нет, не у всех. Это ж человек какой. 30 лет в армии, на всех фронтах воевал. Герой Советского Союза, гвардии полковник, кавалер 15 орденов, не считая медалей. И вот в 43-м году, аккурат, когда его дивизия гитлеровцев из нашего села вытурила, так никто иной, как Ларион Иванович, помог нашему колхозу на ноги встать. Вы меня извините, Ганна Николаевна, вы тогда еще вот маленькая были. А мы тут такого горя нахватались, аж по самые уши. Тут что от села оставалось? Одни трубы и обгоревшие пеньки. И вот Ларион Иванович такое сделал, что и в сказках не бывает. По его душевной инициативе каждый солдат его дивизии своими руками по дереву посадил. Вот они шумят сегодня сады Затишного. Ну так как же ж не встречать, не привечать такого дорогого гостя? Извините, не знала я этого. Вот это другой разговор. Пускай Ларион теперь посмотрит, как его Затишное полным ходом к коммунизму идет. Пошел, Руденко, хвастать. Вот вы смеетесь, Ганна Николаевна, да? А сами, наверное, уже прикидываете, кого бы это еще бы так к нам послать. Учиться, опыта набираться. Давайте нам экскурсии, давайте корреспондентов, журналистов давайте. Мы к такому делу привычны, а? Верно я говорю, товарищи? Василий Тимович, пройдемте в правление. Всегда готов, Ганна Николаевна. Ну, а вы, архангелы, что вы скрипели, как неживые? Да репетиций же было маловато, Илья Григорьевич. Я же говорил вам, на басы нажимайте, басами все покрыть можно. Василек, Что ж ты, вражий сын, мне все дело перекопустил? Горовая на чем ездить? На козле. Так. А мы какую машину ждем? Волгу. О, то-то, давай на после, чтобы больше не ошибался. Бери помощника и погоняй. Вы кто будете, девочка? Я? Да. Я Марийка. Чё? Вы, случайно, не дочка Лариона Ивановича? Да. Маричка. Не узнал. Здравствуй, доченька. А где папа? Ульяна Дмитриевна. Здравствуйте, Ульяна Дмитриевна. Точно. Ульяна Дмитриевна. Ларион Иванович. Что с вами, Ульяна Дмитриевна? Да ничего. Ничего, Ларион Иванович. Да, имя я тут свое мужское забыла. Как прилипло до меня прозвище это Дудукалка. Так все и кличут, и старые, и малые. Я уже не обижаюсь, откликаюсь. Ой. Ларион Иванович, потянула все-таки на родную землю. Головой дошли или сердце знак подало? Сердце. И надолго ж вы к нам, Ларион Иванович? Недельки на две, может быть, больше. Да ты шо, сказився? Крячка, шо ты тут написал? Жарко. Эх, Степочка. Родной, интернет не любит. Сия интернет. Идет! Человечище ты мой, Где ж ты пропадаешь столько лет? Гвардионская твоя душа. Ну да, я обниму тебя. Друже ты мой. По правде, я сначала на целину разогналась, а потом решила ехать в Сибирь. А папа говорит, езжай со мной в Затишное. Ну, я раз и приехала. И нисколько не упиралась? Как ты упиралась? Ну, как те городские барышни, что на всякие фокусы идут и выкручиваются, только бы не ехать на село. Не-а. Я не упиралась. Да. Поворотец вышел у тебя крутой, Ларион. Ага. Ну, а вообще теперь в жизни, Ларион, ты куда нацеливаешься? Ай, Господи, дай отдохнуть. Ну, поживу у вас, поужу рыбку. Могилка деда Ивана. Его гитлеровцы расстреляли за то, что он партизан прятал. Вы знали деда Ивана? Этот дед Вася отцом моим был. Что вы такой же сирота, как я. А, я не знал, что ты сирота. А меня дядя Илько на дороге нашел. Сказал, теперь ты, Василек, будешь нашим колхозным сыном. Любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет слякоть и порожь, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Папа? Вроде я. Ты понимаешь, мы с Макаром решили готовиться вместе в электротехнический. В электротехнический? Но это уже окончательно, папа. Правда, Макар? Точно. Ну-ка. Вижу. Материал начали досконально изучать. Только звезды в чей-то час свидания будут также лить свой тихий свет. Тут, правда, свет не совсем электрический, но для начала подходящий. И почем? Как скажешь, Вася, пойдут у них дела, а? Но почему же нет? Студентка она способная. Покажу тебе, Домаха, студентку. А что скажешь, вру, что Домаха за тобой пропадает? Марика! Марика! Ну подожди, черт лысого, я тебе дам велосипед! Моря бечеплыми, а мы Скрытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия. Снова бубна светит. Будь ты трижды неладна. Индонезия. 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 Ля. 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 Отбой. Дурнем всегда счастье. А думаешь, умник. Ясно, не дурак. Не тебе ж. А мне предложили пойти директором районного кладбища. А чего ж ты не пошел? Для меня это не тот штапель. Вальтом. Молодец. Понимает. Номенклатуру только испоганишь. На тебе вальта. Эх, когда б мне дали райпотребсоюз. Вы по меня зажили при коммунизме. Поговорить надо. Конфиденциально. А. Давай, можно и конфиденциально. Такое деликатное дело. Василечек, поди маленький, поди, пацанчик, там поплавай. Мы тут будем по партийной линии, понимаешь? Знаю я вашу линию. Ябедничать будете, и все. А ну, брысь! Вы не очень-то. А то знаете сейчас как, за хулиганство 15 суток дают. Ну, ладно, давай погуляй, иди. Разбойник какой-то. Ларион Иванович. Здесь Ларион Иванович в Затишном такое делается, прямо не поверите. Централизованную демократию нарушают. Раз. Критику, самокритику зажимают. Два. Проверенные кадры игнорируют. Три. Ай-яй, Ларионыч, ай-яй. Ну и кто же этим заправляет здесь? Тоже как не ваш бывший дружок Илья Руденко. Такой культ своей личности в Затишном раскатил. Ларион Иванович, ну, вот так, все, позвольте, вот так вот. Затишнянская номенклатура уже действует. Увидели свежего человека и как мухи на патоку слетелись, да? Только без оскорблений. За такие слова можно в суд втянуть. Вот, Илья Григорьевич, так сразу на людей-то наскакивает. Это же не люди, это же ревизионисты паршивые. Слышите, Ларион Иванович, будьте свидетелем. А я категорически повторяю, ревизионисты. Побыли, понимаешь, без году неделю председателями самых мизерных колхозов, оскандалились, по всем швам, по шапке получили. Но вот в номенклатуре, понимаешь, зацепились. А теперь кляусы строчать. Комиссия на меня наускивает. Но ошибаешься, Илья Григорьевич. Вот только что сейчас эти товарищи очень остро и довольно принципиально осудили свое поведение, признали свои ошибки и пришли ко мне посоветоваться, как заставить тебя... Правильно. Чтоб ты, несмотря на номенклатуру, взял бы, хотя там рядовые работники, я лишних поддерживаю. Ну и подцепил. Они теперь 3 дня не откашляются. Дай мне закурить. Эх, Ларион, Ларион, вот бы мне такого парторга. Горы ж вдвоем своротили бы. А чем же Крячка тебе не угодил? Ой, нашел с кем равняться-то. Не летала ворона с молоду выше туч, так не залетит туда и под старость. Слушай, Ларион, а что если в самом деле пойти тебе к нам в парторг? Нет, погоди. Народа у тебя будет не меньше, чем дивизии. Простору сам видишь, сколько хочешь. Да брось ты, слушай, я сейчас гречку от проса не отличу. Да нет, ну погоди, при чем тут гречка? Работой особенно загружать тебя не будем. Там раз в месяц съездишь в область. Или перевыше, понимаешь, в столицу для представительства. У тебя же орденов на груди, как маку насыпано. Ну и будешь ты у нас вроде такого почетного гражданина. Дом тебе от гроха, ему участок отведем, куда там твоему генералу. Пчел разведешь. А, Ларион, согласен? Да что ты меня в пасечники-то записываешь, а? Да какие там пасечники? Ну ладно, как говорят, дело хозяйское. Но будем считать разговор неоконченным, Ларион. Здравствуйте. А Марийка с девчатами давно на ферме. Спасибо. Марийка! Марийка! Почему опоздал? Понимаешь, Маричка, батя вечером заставил на всех комбайнах фары менять. Так я почти... не спал. Ну так тогда иди и досыпай. Обратно короткое замыкание. Базар, значит. Ага. А все-таки Руденко правду говорит, что вас туда как магнитом тянет. Ну, езжу. И буду ездить. Руденко. У меня через это Руденко руки совсем опустились. Так меня обидел, что мне сердце на него вар. Терпите. Удивительный вы человек, Ульяна Дмитриевна. Чем ты такая удивительная? Да вот, совсем не меняетесь. Какой были вы в девушках, такой и остались. Да. Скажете даже, Ларионова. Ну, косы, правда, уже не те, не те. Роскошные у вас тогда были косы. Сколько из-за них хлопцев повысыхало, а? Да будет вам, Ларион Иванович, мне краску угонять. Что было, то было. А теперь другое. И неизвестно, что лучше. Косы до ухажеры или ваша боевая биография. А биография у вас не хуже, чем у Руденки, с которым вместе фашистов громили. Еще и как? Громили? Партизанскую медаль, небось, имеете? Конечно, имею. Замечательно. А как сейчас вам эта медаль пригодилась? Вот особенно, когда на базар идете торговать. Все же понимают, что рядом с вами рядовые торговцы, но вы их всех выше. У вас партизанская медаль. И вся ваша сметана уже вроде как другой колорит имеет. Уже от покупателей, небось, отбою нет. А? Что? Что, Ульяна Дмитриевна? Господи, может, я чего не то сказал? Добрым утречком вас, Ларион Иванович. Здравствуйте, Василий Тихонович. Здравствуйте, Василек. Рыбку удить собрался. А что мне, вольному казаку, делать? А может, присоединитесь? Что вы, Ларион Иванович? Я с утра до ночи кручусь, я к тому, и никто спасибочки не скажет. А Илья Григорьевич так раскричался, аж посинел весь. Ну, весь посинел. Плохо-то как. Плохо. Василий Тихонович, а вы пиявок не пытались ему поставить? Кого? Пиявок. Хорошо вам шутки шутить. Ах, Василий Тихонович, мне вот помнится, вы были когда-то занозистым хлопцем. А сейчас стоит только Руденке голос поднять, вы в кусты. Не знаю, как это оно так выходит. А Бисия знает, как оно выходит. Служил я при нем адъютантом в партизанах. И с тех пор, как он на меня гаркнет, так руки сами собой по швах вытягиваются. Но ведь теперь-то вы полноправный глава советской власти в Затишном. Президент, можно сказать. Президент? И к тому же парторг. С какой стороны не возьмешь советской спортивной, вы для него начальство, а не он для вас. Так-то она так, знаете. Да ну что оно? Что, духу не хватает, да? Да почему не хватает? Нет. Духу хватает. Вот возьму и поставлю его отчет на сельсовете с активом. Мы там его спросим и про клуб, и про школу. Вот. И за нарушение противопожарной охраны на таках я его тоже теперь персональным штрафом проучу. Чтобы вот. Почувствовал? Да. А что, если он упрется и не придет, тогда что? А бывают и норовистом запрягают. Точно. Здравия желаю, товарищ Вардин Ларион Иванович. Здорово. Дозвольте, Василий Тихонович, обратиться. Валяет, товарищ Заводин. Василий, Илья Григорьевич приказал, чтобы ты зараз бежал в вторую бригаду и погонял там полицея, чтобы он график не нарушал. А кто он такой, твой Илья Григорьевич, чтобы мне приказывать? Тю! Ты что, полуумел, че шо? Иди и передай своему Илье Григорьевичу, что я ему не погоняла. Понятно. Так точно понятно. И еще передай ему, что я как затишнянский президент ставлю его отчет на сельсовете с активом. Нехай готовится. Ясно? Ясно. Василий Тихонович, может, нам вместе пойти сучить нервы Илье Григорьевичу, а? Вдвоем как-то веселее. А ты этого того не трусь. Я тебя в обиду Не дам. Раз Крячка стал на линию, он с нее не сойдет. Не трусь. Совсем не надеваете. Такой порядок. Когда тракторист, ваш дядька Бородай, с работы приходит, комбинезон снимает? Снимает. Но дядька Бородай завтра пойдет работать, а вы нет. А я отработался. А, знаю. Инвалид называетесь. Вы, дядя Ларион, только не переживайте. Это поначалу тяжело, а потом привыкнете. Все инвалиды так. Слушай, ты откуда такой утешитель взялся? Плохо быть инвалидом. По комиссиям затягают. Да не инвалид я, а демобилизованный. В отставке, значит. А что это значит? В отставке? В отставке это значит... Как тебе объяснить, что это значит? В отставке это значит... А пес его знает, что это значит. Здравствуйте, Ларион Иванович! Пошли. Ларион. Ларя, мы хотим тебе письмецо одно почитать. Какое письмецо? Да внука Семка из Свердловска прислал. Ты только читай, писарчук, ясно. Не ныкай. Сейчас натыпаю. Вот. А в прошлое воскресенье набрался я. И за вас большого сраму. Пошли мы с дружком одним из нашего же цеху на базар. Смотрю, вместе с другими коммерсантами сидит наш Затишнянский Карпо Безродный. Ну, понятно, спрашиваю его, какая нечистая сила занесла тебя аж под Свердловск. А я, говорит, не своей волей. Меня Илья Григорьевич сюда с огурцами прислал. Почем же, спрашиваю, продаешь ты эти закорючки? А он как назвал цену, так я прямо весь похолодел. Обдираловка и все. Тут мой дружок и говорит. Стоп! Дальше не надо. Вы Илье Григорьевичу это письмо показывали? Читали дословно, как тебе. Ну и что же он? Илья сказал, что внук плавунца как был дурнем, так им остался. Интересно, как же это вы с такой стратегией думаете до коммунизма добраться? Ну, лично я про коммунизм говорить не берусь. Наверное, мы-то до него немного не дотянем. Да. А скажи нам лучше, Ларион, что это за город Воркута? И не знаешь ли ты случайно, почем там теперь яблоки? Ах, он сукин кот. Маршрут другой, а стратегии даже. О, Ларя, а не мог бы ты поговорить с ним, а? Ну, как твой батька с нами когда-то разговаривал. Ох, и гонял же он эту базарную гидру капитализма. Так бывало хвоста накрутить коммерсантам, что не знали, в какие двери выскакивать. Нет, деды, это не годится. Это же мой батька был когда-то у вас председателем коммуны в Затишном. Кто я здесь такой, чтобы Руденку получать? Как это кто? Да ты партиец или не партиец? А по военной линии взять? Так ты, считай, без малого генерал. Кончилась моя военная линия. Не туда, Ларион, а глобли поворачивай. Вот если бы, не дай бог, ты голову свою в боях положил, тогда да, как говорится, вечная слава и вечный покой. Мы бы тебе тогда такой памятник в этом саду поставили, куда там? И щебечи, пацан. А поскольку ты, Ларион, вернулся к нам живой и невредимый, то поимей в виду, что слава тебе будет, а на покой не рассчитывай. Ларион, да? Выйди на минутку. А ты что, калитку не найдешь? Она же открыта. А Дудукалка дома? Да не бойся, она с тобой тоже не рвется разговаривать. На ферме она. Можно закурить? Ну, как ты отдыхаешь, Ларион? Великолепно. Слушай, а что это тебя деды атаковали, а? Они со мной советовались. Хочу ли я, чтобы у них в саду мне памятник был поставлен? Что? Нет, ты что? Ты что, серьезно это? Да. Ха-ха. Ей-богу, молодцы деды. Нет, ну насчет памятника они немного перемахнули, а на такой вот, на бюст ты вполне заслужил. Ей-богу, поставим. Мы, так сказать, в твоем лице отметим всех бойцов, которые помогли нам наши сады насадить. Молодцы, деды. А ты думаешь, приятно бойцам будет узнать, что ихний командир в саду за место пугала торчит? Какого пугала? А ведь деды рассчитывают, что если я у них в саду буду в виде памятника стоять, так ты, может быть, постережешься драть 3 шкуры за ихние яблочки жителей Воркуты и прочих отдаленных мест. Зачем мне такая честь? Нехорошо. Нехорошо, Ларион. Я к тебе всей душой, а ты меня все ужалить норовишь. Нехорошо. А какая мне радость тебя жалить, когда мне просто обидно, что ты из-за всей этой коммерции стал забывать, за что у нас с тобой кулаки из обрезов стреляли. Ну, знаешь, Ларион, ты говори, говори, но не заговаривайся. Нам миллионы сами в руки не плывут. Каждый рубль с бою дается. Я дал слово в этом году взять 6 миллионов и возьму их хоть кров с носу. И буду биться за каждый рубль, где бы то ни было. Даже на базарах Заполярья. А хоть бы и у черта упекли. Ура, ура. Так какая же разница между тобою и Ульяной Дмитриевной, которой ты также жутишь за эту же самую торговлю? Ну, спасибо тебе. Она себе в кубышку кладет, а я в неделимый фонд. Она рубли, а ты 1000. А смысл один – продать горожанину подороже. А я цен на базаре не устанавливаю, а действую согласно конъюнктуре. Ага. И яблочки не в Донбасс везешь, а в Воркуту. А в Воркуте люди тоже уголь добывают. А не уголь, это денежки. А как же? А как же иначе, Ларион? Вот ты на рыбалку ходишь. Ведь не для хлеба насущного, а так для провождения времени. Однако удочки наобум забрасывать не будешь. А спросишь, где тут клюет лучше? Спросишь, да? А как? О, и пескариков, карасиков не захочешь таскать. А, наверное, щук самов. Вон какие крючки заготовил. Ну, в общем, мне понятно. Ты, стал быть, тоже охотник. Охотник? Охотник. Только не за щуками, а за длинным рублем. Да при чем тут рубль, Ларион? Дело в том, кому этот рубль нужен и зачем. Во, именно кому и зачем. А, ну, едят же ж меня мухи, комары. Никому не хотела говорить, но тебе скажу. Идем. Иди сюда. Вот тут, Ларион, у меня подсчитано, сколько нам нужно положить денег на текущий счет колхоза, чтобы от каждого можно было брать по его способностям, а отдавать ему по потребностям. И не так уже много и осталось. Положим каких-нибудь, вот, 5 миллионов рублей. И настанет тот день, Ларион, когда я соберу перед крыльцом правления всех затишнянцев и скажу им речь. Я скажу: затишнянцы, запомните этот день и внукам своим накажите его запомнить. Вот с сего дня и с сего часу начинаем жить мы при коммунизме. И все у нас будет бесплатно. Захотел кушать? Иди на склад, бери, кушай, на здоровье, что хочешь. Прохудились у тебя штаны, вон на другой склад надевай, новый носи. Захотел постричься, побриться, вон она парикмахерская, заходи, поброют, постригут и любым одеколончиком попрыскают. У каждую хату телевизор, радиоприемник. Сиди, смотри и повышай культурный уровень. Захотел учиться там на агронома или инженера, пожалуйста, в Москву поезжай, у Киева, все за наш счет. А? Здорово. Мне теперь только непонятно одно. Если в Затишном будет коммунизм, то вокруг Затишного что? А это как они успеют? Ура! Ура! И чихать на программу. Нет, Ларион, ну почему чихать на программу? Нет, одну минуточку, товарищ полковник. Вы меня ответьте на один вопрос. Мы могли в капиталистическом окружении построить социализм в одной стране? Могли или нет? Да. О! Так неужели мы в социалистическом окружении у себя в колхозе не сумеем первыми коммунизма построить? Что с тобой, Ларион? Что? Что такое? А? Ну хорошо, ну а если вдруг вам этих миллионов не хватит, что значит обратно к социализму возвращаться? Хватит. Хватит. Я только одного боюсь. Как бы у меня вот эту идею не увели. А потом иди доказывай, что ты первый придумал. Ха, Илья Григорьевич! А? На силу нашел. Кого? Да вас. А я не иголка, чтобы меня искать. Я к транспорту. Привет, гвардии полковник. Обещать обещаете, Илья Григорьевич. А мне обещанки не нужны. Я тебя категорически спрашиваю. Як с транспортом, где самолеты, где вагоны? Илья Григорьевич, так это же не плановый транспорт. Тут же без дипломатии на высшем уровне не обойтись. Завтра дома к товарищу Сыроватке. Не-не-не, Сыроватку отставить, он же своей тени боится. Слушай, а что если нам прямо в обком к товарищу Денисюку, а? Чу, ну это сила, конечно, как до его подступиться. Слушай, Это не Алексей ли Петрович? Он? Ты что, его знаешь? Старый фронтовой дружок? Нет, ты что, серьезно? Ларион? Да. Ларион, это же находка. Я тебя прошу, слушай, напиши ему записку, чтобы он помог Помазану. И все. Нет, ну зачем записку? А может быть, все-таки я к нему съезжу? Ну так это просто замечательно. Правильно, с дружком повидаешься, проведешь вечер воспоминаний, и там незаметно так словцо про наши яблоки укрутишь. А, вот это же не солидно. А я думаю, вам лучше будет ему письмо написать. Правильно. Чтоб было куда резолюцию ставить. Да, но только письмо надо составить, понимаешь ты, дипломатично. Ну, скажем, в виде обращения от лица колхозников, выражающих горячее желание как можно скорее доставить плоды своих трудов рабочему классу. Вот так как-нибудь. Вот это мудро. Так сказать, от широких масс. Учись, Помазан. Что значит у человека академия в голове? Смотрю я на вас, Домаха Свиридовна, какая-то вы сегодня чересчур невеселая. Некому развеселить, вот и невеселая. Как это некому? Да вы только позвольте. Лично для вас. Полечка! Здравствуй, Домача. Здравствуйте. Это что там за шум в школе, а? Илья Григорьевич на сельсовете отчет держит. Ясно. Домача, я вот давеча была в обкоме партии, меня просили передать тебе эту путевку. Держи-ка, в Тимирязевскую академию. Я тоже такое просил, не дает. Твое, говорит, время, хлопче, прошло учиться в академии. Это как же так? Завтра и ехать? Ага. А если я не хочу? А ты подумай. Я подумаю. А ты подумай. Вот и подумаю. Ага. Ой, дядя Ларион, что это у вас? Как что? Велосипед. Чего глядишь-то? Садись, владей, только шишки не набивай. Ох, дядя Ларион, мне тетка Евдоха наказывала, ты меняться меняйся, а подарков не бери. Ну давай меняться. Да ничего у меня такого нет. Да погоди, сейчас придумаем. Давай сделаем так. Вот как только вырастешь, точно такой же велосипед подаришь моему внуку, идет? Идиот! Чеши! Ой, спасибо, дядя Ларион! И фонарик есть! Зачем? Ну, Ларион Иванович, такого заседания в Затишном еще сроду не было. А как Илья Григорьевич? Ничего. Поначалу сильно упирался. Ему слово он 10. Потом таки выдохся и свою фанаберию оставил. Он там еще? Там. Сидит один и переживает. Ларион, ты? Вроде я. Ну, как вас Денисюк принял? Хорошо принял. Дайте курить. А просьба насчет яблок поддержал? Целиком и полностью. Ну, попляшут у меня теперь эти критиканы. Слушай, дружи, это я вижу, критику-то не любишь? Да кто ее любит? Нет, я не против. Критикуй, мух и комары. Но зачем так ехидно вы? Что там за шум? Что такое? Илья Григорьевич, ну скажите им, кто я такой есть. Тихо! Что у вас за ЧП случилось? А то что Тявкало опять моим телятам молока не додала. Гордей, а ну отвечай. Илья Григорьевич, ну получилось неувязка местного значения. Ну списали на телят молока немного меньше против нормы. Так стоит из-за этого крик поднимать на все село, да? Неправда это! Списали сколько положено, только не туда. А ты откуда, Камаха, взялась? Что ты в этом понимаешь? А вот и понимает. А если вам факты нужны, батя, то они есть. Покажи, не бойся, а я не боюсь. Я 6 дней по их просьбе учет вела. И цифры показали, что Тявкало систематически приписывает кудоем очередное молоко за счет телят. Мне приписывает? Ха-ха-ха, змея. Так вот зачем она на ферму ходила? Так вы думаете, я нарочно? А ну отвечай мне, что это такое? Илья Григорьевич, ну вы же сами приказывали. Что я тебе приказывал? Ну что значит Домахе Свиридовне ситуацию создавать, авторитет поднимать? Ты что плетешь? Какую ситуацию? А как у тебя толстомордый язык повернулся такой сказать? Ну, дудукалка! А какая я тебе дудукалка? Ты что, имя мое людское забыл? Ульяна Дмитриевна! Слышишь, Ульяна Дмитриевна! Людям авторитет поднимаешь, ситуацию создаешь. Так ситуацию? Илья, ну что же это делается? Меня же физически истребляют, Илья Григорьевич. Ну отойди отсюда, я как добавлю, ты мне на карачках не уползешь. За что, Илья Григорьевич? Вон фермы! Я же не причем. На всю область опозорил. А тебе не говорили, Илько. Тебя не предупреждали. Ладно, хватит мне тут семинарить. Ну вот что, с сегодняшнего дня заведовать фермой будет Домаха. Не буду. Уезжаю я, Илья Григорьевич, в Москву. Цоп козу по зубам. Это с какой такой радости? Учиться еду. В академию. Вон у меня тут уже и путевка есть. В Тимирязевку? Не всем же высоковольтные линии проводить. А на ферму? На ферму вы лучше всего Ульяну Дмитриевну поставьте. Она им всем будет как родная мать. Ладно, только не будем голосовать. Ну вот что. Дудука... Ой, извините. Ульяна Дмитриевна, принимайте ферму. Ну что ж, вы приму. Спасибо, люди, за доверие. Только ты уже смотри, Илья. Я теперь сама с фермы не уйду. Меня люди туда поставили, они в случае чего и сымать будут. Ну, видал ты таких баб? Да. Это же не бабы, а штурмовой батальон. Тяжко тебе приходится. Ой, не говори. Между прочим, Денисюк, как и ты, советовал мне к вам в парторги пойти. Ну и что ты ему на это? Я ответил, подумаю. Понятно. Что-то я вижу, тебя это не радует. Нет, я теперь просто не от каждой радости гопак танцую. И потом, скажу тебе честно, Ларион, тебе будет трудно со мной работать. Это почему? А потому что я в деле человек крутой. Ну и тебе тоже, как говорят, палец в рот. Не клади. А, мухи, комары, заявился. Ну как с транспортом? Да ты что, сказился? А ну докладывай, помазан. Что ты мне литературу суешь? Ты что, не знаешь, что я газеты читаю только перед сном? А вы поинтересуйтесь на второй страничке. А что ж там такое напечатано? Да что пламенная благодарность всему нашему Затишьянскому колхозу от нашего областного к центру. А за что благодарность? А? За нашу фрукту. За яблоки. А? Наши яблоки по твердой цене? Так точно, согласно вашему письму. Так. Это твоя работа? Угу. Мамазан, а ну докладывай. А чего ж докладывать? Прочитал, значит, товарищ Денисюк наше письмо. Оно ему, видно, очень понравилось. И он просил лично меня передать вам и всем нашим затишнянским колхозникам пламенную благодарность от обкома за благородную инициативу. Ну, а ты, коптерская твоя душа, что ты ему на это? Фу, странный вопрос. Я встал, как полагается, по стойке смирно и по-гвардейски рубанул. Товарищ секретарь, служим советскому народу! А что мне оставалось делать? Нехорошо. Нехорошо, Ларион. Я тебе самые сокровенные мечты на стол выложил. А ты мне такую гадость устроил. Да когда ты, наконец, поймешь, что на чужом горбу в коммунизм не въедешь? А ну, хватит. Хватит мне тут уму-разуму учить. Пока что ты тут не парторг, и пока что я тут председатель. Именно пока. Ах, вон она, где собака зарыта. Значит, и помазан, и сельсовет, и крячка. Это все твоя работа. На мое место захотели. Товарищ бывший полковник. На, глотай друга. Живьем глотай с потрохами. Вот тебе печатка. Но с мужиком меня никто не разжалует. А? Смотрите, дядя Илько, что мне дядя Ларион из города привез. Отдай ему эту цацку к черту. Степан, ну все ходишь, бродишь, все ищешь. А ты, может, нашел? Угу. Нашел дуду на свою беду. Дай мне закурить. Беломор. Такое творится, Степан, что не отрезать, не заточать. Может, у тебя аккумуляторы сели? Так есть чем подзарядить. О! Закуска найдется. А вот. Хе-хе. Яблоко. Ну, чем не закуска? Ой, мне эти яблоки. Убери его, чтоб я его не видел, это яблоко. На. Да можно и без закуски. Без закуски не пойдет. Смотри, интеллигент какой. А у меня булькает. Без задержки. Да я уж вижу, он специализировался. Трудяга. От такой специализации, Лько, и ты не застрахованный. Ой, не каркай, Степан, бо мне без твоего карта не тошно. Понимаю. Когда меня сымали тоже, аж под горло подкатывало. Вот только картами и спасался. И помогало. Все как рукой сымало. Может, перекинемся для пробы, а? Ага, давай. Давай. Ага. Морями теплыми мытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия. Потренируйся, потренируйся. Нам как раз четвертого партнера не хватает. Ходи. Ты кто такой, а? Тю, своих уже не узнает. А ну иди отсюда. Погоди, иди, еще посиди с нами в одной компании. Иди, бо я с тебя бублик срублю. Ну, что ты, Илько, все маешься? Евдоха, ты пойми, что рушится моя столбовая стратегия. Ой, Господи. Вы что, духовенство, сказились? Или, может быть, по мне панихиду справляете? А? Да нет, пока еще только репетируем. Ну, что вы за место нашли под моими окнами? Больной я, поймите, больной я. Идите в клуб. Так там же яблоки. Ой, мне эти яблоки, ей-богу. Идите в школу, там никого нема. А, ну, что тебе надо? Макар. А что ты, Люля, Гали, водишь цельный день, а? Да вы же сами говорили, батя, что яблоко от яблони далеко не падает. Да вы что, заговорились меня яблоками травить? С утра до вечера только и слышу яблоки. Что ты, байда, бьешь? Я вас прошу об одном. Не вмешивайтесь в мои семейные дела. Что ты сказал? Вот помру я. Все пропадете без меня. Ой-ой, тебя хотя бы дорогу бей, а ты все про смерть. Какую там дорогу? Здравия желаю, Илья Григорьевич. Дай закурить. Все, скребет. Я крашпилю. Критика заедает. Она проклятая. Знаю. Сам критикованный. Илько, ты ж зарекался не курить. Евдоха, Дай мне спокойно понервничать. О, ты посмотри, то не к тебе эти дышканды бают. Болен, не принимаю. Ой-ой-ой, господи. Садовый огород эскадрон наступает. Болен, Илья Григорьевич, не принимает. А думаешь, шишка, болен. Скажи ему, пусть лучше выздоравливает. И то мы к Лариону пойдем. Да. И вы до Лариона. И вам я уже не председатель, да? Пока народ согласный, то председатель. А, и вы скрытик. Ладно, режьте уши черепком, чешите клинья на Руденке, больной, не больной. Ой, что? Дедуль, ну, постойте смирно. Раз. Илько, здорово! Чего ты отворачиваешься? Принципиально. Ну шо ты, Илько, на всех фыркаешь, как крот? И ты туда же. Все поперек. Все на торец становится. Каждая букашка ежом оборачивается. А ну, помазан, за мной. Бегай, не бегай, а от себе не убегишь. Ну ты как, хлопцы? Объявим ему перемирию? Или будем чесать дальше? Объявим перемирие. Да не трогайте вы его, у него ж нерва слабо. А может, пройдете лучше в хату? Можно и пройти. Можно. Товарищ Коваль, здравствуйте. Я ведь вас везде ищу. Здравствуйте, Ганна Николаевна. Руден Иванович, мне надо с вами поговорить. Может, пройдем в правление? Можно. Это правда, что вы были в обкоме? Правда. Значит, там уже знают об этой операции Руденко с яблоками. Да. Ну что ж. Дело ясное. Придется Руденко снимать. Этой авантюры ему никто не простит. Ганна Николаевна, а вы газетку вчерашнюю читали? При чем здесь газетка? А вы полюбопытствуете? Да, ловко вы выручили своего дружка. Я тебе сейчас музычку включу, давай послушаем. Но если это и спасет его от партийного взыскания, заменять его все равно придется. Засиделся он здесь, и вообще пора дать дорогу молодым кадрам. А у меня на примете кандидатура есть подходящая. Человек только в прошлом году институт окончил, а уже кандидат наук. Интересно. А Руденко куда же? Можно оставить его заместителем или перевести в бригадиры, это уже не важно. Как это не важно? Ведь Руденко же отдал 25 лет своей жизни этому колхозу. Четверть века. В этом водовороте. Без отпусков. Без выходных. Такой нагрузки дизель не выдержит. А Руденко человек. И какой человек? Он этот колхоз буквально из пеленок выпестовал. Миллионера его вывел. И вдруг Руденко уже не нужен. Неужели вы сами не видели, Ларион Иванович, Руденко хвостун? Да сидите уж, не рыпайтесь. Заносится свыше всякой меры. А вы как хотели? Чтобы в колхозах только одни святые угоднички председательствовали, да? И чтобы все на одну колодку, да? Нет, Ганна Николаевна, так не бывает. Да, конечно, Руденко подсознался. Между прочим, не без вашей помощи. И порой его заносит черт знает куда. Но Руденко же настоящий хозяин. У него же любое дело в руках горит. Нужно встать за штурвал, комбайна встанет. Трактор повести поведет. Телят принять примет. Все это так, Ларион Иванович, но ведь душа-то у него деляги. Вот в чем беда. Ну, знаете, Ганна Николаевна, чтобы судить о душе, нужно, как говорится, вместе пуд соли съесть. Хотела бы я посмотреть, как бы вы сами съели этот пуд соли. Если я вам доставлю такое удовольствие. Вот Руденко очень просит меня остаться здесь парторгом. И если меня изберут, вы уж непременно съедите этот пуд соли со мной. Вот чертяка как повернул. Ну, Ларион Иванович, а вы не шутите? Нет, не шучу, Ганна Николаевна. Ларион Иванович, я просто расцеловать вас готова. Ой, это пожалуйста. Нет, ну, чисто символически. Ларион Иванович, хоть вы за меня заступитесь. Не дают работать, и все. Здесь был и остается председателем товарищ Руденко. Он хозяин. Ему решать. К нему и обращайтесь. Ага. Все слышали? Ладно. Ну вот. Руденко здесь хозяин. И Руденко будет решать. Ну, что ты хочешь? Должность, какую не есть. Руководящую. На ферму его гусями руководить. Вы что, смеетесь? Не согласен. Нет. Ну, тогда дуй в Казахстан. На бывшую целину. А с Казахстана к нам своих дармоедов будут присылать, а? Точно, Крячка. Ну вот, шадуй на птицеферму. И чтоб духу твоего здесь не было. Хорошо, я пойду. И не кричите на меня. Я нервный. О. Дяденько! Дяденько, там машины пришли из города за яблоками. Помазан. Есть помазан? А ну, грузить все яблоки до единого. И чтоб к вечеру клуб был свободный. Есть грузить до единого! Не мед мне с тобой будет, Ларион.